22 августа над зданиями, улицами и площадями огромной страны развиваются триколоры. Россия отмечает День государственного флага. Торжественное мероприятие прошло и на стадионе «Олимп» в станице Северской. Директору шахматной школы Екатерине Терентьевой, начальнику районного управления по физической культуре и спорту Сергею Клименко и руководителю Ильской спортивной школы номер 2 Андрею Химину выпала честь поднять знамя державы, флаги Кубани и района. С государственным праздником собравшихся поздравил исполняющий обязанности главы Северского района Дмитрий Малов. Давайте будем жить так, чтобы будущим поколениям гордились тем, что они россияне, гордились нами и гордились тем флагом, который есть у нашей великой страны. В течение многовековой истории нашей страны флаг многократно менялся, пока в 1991 году официальным символом не стал триколор, сменивший красное полотно с серпом и молотом. Несколько поколений россиян знают теперь только его и едины в стремлении жить в сильной и процветающей стране.